Всем привет и хорошего настроения, ребята. И сегодня у меня в котах второй босс. Босс второй луны, точнее, так скажем. Жалко, конечно, что у меня не с самого начала пошла запись. Но, тем не менее, это практически самое начало. Ну что же, давайте попробуем его завалить. У нас какой-то здесь демон получается. Но, насколько вы видите, у меня армия тоже не слабенькая. Так что, надеюсь, у нас будет шанс его завалить. Так, птички. Человечки тут на нас бегут. В принципе, это все шелуха. У этого демона масс-атака. Он атакует практически всех, кто стоит у меня в первых рядах. Причем довольно жестко он бьет. Главное его не подпустить к моей базе. Так, давай, пушка. Отлично. Так, вызываем Буду. Улучшенного уже, естественно. Так, танцулька вышла. Зомбаря вызвал. Так, вот это вот кот-рыба, я так и не понял, что она делает. Но, тем не менее, пускай идет. Этот у нас в шапке обычно эффективен против зомби. Точнее, против пришельцев. Ну да ладно. Будем как-то с вами бороться. Вот этот кот, который у нас в пиджачке, или как его даже сказать, в плаще, довольно прикольный. У него он вызывает какого-то демона, который за него дерется. Так. Пока он стоит на месте, не продвигается к моей базе. И довольно медленно он, кстати, двигается. Поэтому есть все шансы его заколбасить. Так, давай, Буда. Выходи, сейчас ты будешь у меня здесь их всех своей ладошкой бацать. Так, что же делает вот это вот кот-рыба? Я его тут недавно получил, поэтому даже не знаю, что он делает, какой у него эффект. Так, пушка готова, поехали. Так, отлично. Давай, кот. Кот-титан улучшенный. Так. Ну, пока ничего особо сложного я не вижу в нем. Стоит на месте, бьет, естественно, всех, кто стоит впереди. Вот сейчас удар будет, когда он поднимает свою рюмку. Но особо повреждений он мне не нанес. Так что разбираем потихоньку дальше. Так, рыба, кит вышел. Давайте, наверное, на колесах наших ребят позовем. Зомбарь вышел. Так, ну что. Так, Буда. Буда очень хорош, у него очень сильная атака массовая, поэтому я его вызываю по возможности, как только такая появляется. Так, кот-дракон. Ну, кот-дракон не очень эффективен, поэтому я его так до кучи вызвал, потому что больше пока никого было. Идет откат у нас. Колесники выезжают. Так, опять рыба-кит. Пушка готова. В принципе, ребята, мы его отталкиваем. Отталкиваем от своей базы, и уже практически он докатился до своей родной базенки. Ну, я думаю, осталось ему немножечко здесь жить. Так, стилягу вызвали. Ну, что я могу сказать? В принципе, уже победа за нами. И я думаю, что здесь его уже ничего не спасет. Денег у меня достаточно на постройку новых юнитов. Так что я даже не переживаю. Мы его зажали. Продвигаться он никуда не продвигается. Мы вызываем подкрепление. И, в принципе, будем его сейчас убивать. Так, ну, не считая, конечно, этих носорогов красных. Они меня нервируют. Так, ну, кот-дракон. Кот-кит. Камико, все сюда подошли. Сейчас все тут будет нормалек. Белки нам не помеха. Мелкие крокодилы тоже. Стикманы — это вообще шелуха. Единственное, что они преграждают путь мне до босса. Я не могу до него дотянуться. Ну да ничего, это вопрос только лишь времени. Даже я бы сказал бы, основной наш вопрос. Блин, вот он своей атакой гребаной, да, уничтожает практически всех моих котов. О, ребята, вот и все. Вот и нету босса. Так, ну что же, давайте добираемся до базы и уничтожаем ее, и проходим мы с вами на третью луну. Блин, смотрите, сколько выползает тут швали всякой, а. Так, давай. Этот, Буда, ты мне нужен. Сейчас за счет тебя мы, в принципе, и выберемся. Кстати, по прохождению, по-моему, второй луны мне откроется Валькирия, если не ошибаюсь. Ну, а насколько я помню, она в своем роде убер-класс, поэтому нам она нужна. Ну и, соответственно, мы посмотрим с вами, что мне дадут за прохождение третьей луны. Мне самому интересно.
Так, ну, как вы понимаете, я не снимаю прохождение вот этих вот лун в плане маленьких этапов, потому что там ничего интересного нету. А вот с боссами подраться это самое то. Так. Ну что, в принципе, все. Базу мы, ребята, колупаем. И сейчас ей настанет кирдык. Осталось совсем маленько. Так, пушка моя сделала залп. Все, тут уже без шансов. И... Так, 32 тысячи медалей опыта. Маловато, конечно, ребята, опыта дают, но... Куда деваться. Заставку можно эту не смотреть. Она такая же, как и после первой луны. Так что пропускаем. Ага, мне дали фильтр. Что-то и какой-то бонус. Все бонусы открыты. Ну что же, давайте посмотрим, что нас ожидает дальше. Да, как я и говорил, нам открывается третья луна. А здесь у нас, я не помню. О, апгрейд. Что-то новенькое дали, да? Специального кота. Интересно, и какой же это кот у нас? Ну, показываю. Ага, это Валькирия кот. Нет, ребята, я ошибался, что это убер-класс. Это просто специальный кот. Да. Обидно, что-то я губешки-то раскатил, да? Ну что же, ладно, Валькирия тоже хороша. Что тут опять вы мне даете, а? Да не надо мне ваш донат. Я как-нибудь без него обойдусь. Так, я сделал пиц. Ага, получаю 50 тысяч хп. Ну, это уже хорошо. Так, в гайдах я открываю Валькирию и получаю 5 консервов. 5 баночек с консервами. Ну вот, получили мы 5 еды кошачьей. И вот она у нас Валькирия. У нее... Дистанционная атака. Бьет она копьем. Причем довольно далеко. И это хорошо, ребят. Так, и у нее будут эволюции в дальнейшем. Что не может не радовать. Так, самураи. Тоже можно будет его, в принципе, до третьей эволюции докачать. Но я пока не знаю, как это делается. Надеюсь, в дальнейшем до меня допетрит. Так, что мы можем на 76 тысяч апгрейдить? Наверное, ничего у нас не получится, потому что слишком маленькая сумма. Так. Фильтр. А как интересно, вот это вот уже апнуть до третьей эволюции. Непонятно мне. Ладно, хорошо. Может быть, нам, ребята, сходить и посмотреть третью карту. Кстати, я здесь все выполнил? Нет, ребята, я здесь не выполнил очень много... Как бы вам сказать, этих заданий. Видите звездочки над каждым заданием? Я не выполнил. А чтобы получить бонусы, нужно, чтобы на каждой карте были выполнены вот такие все звезды. Так, здесь у меня все сделано. Сделано. Так, здесь тоже сделано. Ага, вот, как вы видите, здесь не доделано. И здесь максимальная энергия и пуш... Пушка котов у меня не открыта. Для этого нужно, чтобы все звезды были на картах. Ну что же, давайте тогда, наверное, начнем с Голливуда. Попробуем, откроется у меня звезда или нет. Поехали. Так, ну что же. Да, кстати, ребят, босс, да, на самом деле был какой-то очень легкий. Я даже, если честно, не ожидал. Так, самая легенькая у меня, самая дешевая. Остальные что-то у меня тут уж чересчур дорогие все идут. Ну да ладно, попробуем такой компашкой тут пройти. В принципе, никаких проблем не должно у нас возникнуть. Так что давайте смотреть. Ну давай, атакуй. Оп. Нет, не убила с первого раза. Плохо, я думал, у нее мощная атака. Ну ладно, два удара достаточно, чтобы убить синего этого кабана. Ну это хорошо. Так, стиляга вышел. Я бы его назвал даже, скорее всего, не стиляга, а экзибиционист. Помните, есть такие люди, которые голые ходят и прикрываются плащами. Вот что-то на него он больше похож. Так.
Ну, ребят, тут, в принципе, мы пройдем без проблем. Абсолютно. Это Голливуд. Мобы. Хоть они и красные, и белые, но уже для моей армии они не актуальны. Поэтому сейчас мы все здесь быстренько с вами пройдем. Единственное, что я хочу, это получить звезду. И там нужно будет пройти еще, по-моему, 4 или 5 континентов. Городов. Так. Давай-ка, дракоша, пальни-ка своим огненным пламенем. Все, замочили. Ну и получаем. Есть, ребята, получил я звезду. И это очень хорошо. Соответственно, я сразу же перехожу на следующую территорию. И это у нас после Голливуда будет Аляска. Так, Аляска, Хавай и опять же у меня будет Луна. Блин, Луну надо будет еще проходить, елки-палки, а? Ну ладно, если у нас все это быстро пройдет, то можно будет, в принципе, зайти и на Луну. Я думаю, справимся еще раз. Воу-воу-воу-воу-воу, сколько вас тут? Подожди, подожди. Давай-ка, выходи. Помогай. Ядрите его на корень, они уже базу бомбят мою. Что-то я тут, ребят, по-моему, погорячился, а? Ну, хоть одно радует, что у них слабенькая атака. Вот, это другое дело. Коты на колесах знают, что надо делать. Да, вроде бы все нормально, ребята. Отстоял я свою базенку, а теперь просто будем продвигаться. Злобные белки. Ну что же, блин, как меня вот, честно говоря, нервирует немножко вот этот вот кот-рыба с каким-то колпаком на голове поварским. Хотелось бы мне посмотреть на него, когда он будет прапанным. Так, у нас здесь уже вышел медведь. Ну что же, думаю, медведя мы тоже сейчас завалим. Надо будет, если что, пальнуть из пушки. Хотя, она, я думаю, в этом нужды никакой не будет. Так, двигаемся. Стиляга у меня, блин, получил люлей и отлетел, блин. Стиляга, давай-давай, вызывай своего этого. Вот, шамана, так сказать. Все? Нет, не все. Так, ну давай, Будай. Давай ладошки свои. Кия! Блин, выжил он. Так. Ну что там за подлагивания начались? Блин, смотри, какой крепкий, а? Медвежуть-то этот. Он не сдается, наш гордый варяг. Ну да ничего, сейчас все равно свое получит. И, соответственно, отдуплится. Давай, давай, танцорка, давай, выходи быстрее. Воу, воу, хорош, ребята. Нет, так мы не договаривались. Два медведя плюс бабочка. Вот это уже будет дело плохо. Так, стиляга, давай, вызывай своего шамана. У-ля-ля, отлично, отлично, ребятушки. Все идет пока отлично, если не брать в расчет, что на нас идут два белых медведя, которые практически бомбят всех моих юнитов. Всех моих, так сказать, котиков. Ладно. Ну что же, одного мы забомбили. Так, кабан тоже отлетел. Будда сейчас подойдет и все здесь у нас разрулит. Так что, ребята, только остается немножечко подождать. Так, ну что, все, в принципе, он уже не жилец. Сейчас, я думаю, ага, великана вызовем. Колосса нашего апнутого. Все, я думаю, что медведей больше не будет. И осталось тут у него половинка хп от базы. То бишь, 25 тысяч. Все, мы приступаем ее разрушать. Ну все, шансов здесь нет, ребята. И мы, естественно, с вами, надеюсь, получим еще одну звезду. Звезды мне эти нужны. Это идет у нас бонусы к силе, к атаке, к магии, к энергии. Да, все отлично, ребята. Как нельзя хорошо все получилось. Я получил свою звезду. Так, а что у меня по энергии, а? Ну давай, давай, не тупи. Так, 105 энергии, да, и у нас остается Гавайи и Луна. Ну что же, давайте пройдем по быренькому Гавайи. Если мы сейчас с нее получим звезду, будет вообще шикандос. Соответственно, я получу полный комплект бонусов, что не может меня не радовать. Так, ну, птички вышли, да, значит у нас. Сейчас мы с этими птичками быренько и разберемся. Да, единственное, что я, конечно, глупо сделал, набрав юнитов очень дорогостоящих. Это была, конечно, моя ошибка. Но, тем не менее, можно все-таки разрулить здесь эту всю ситуацию. Как оно и было до этого. Так, вот этот вот у меня, я уже, честно говоря, не запоминаю, как этих котов зовут. Если бы я играл бы чересчур часто, я бы все это запоминал. Вот. А называю их простецки. Там, кот на колесах, танцорка, кот-рыба, кот-зомби.
кот-монах, кот-стиляга, в общем, таким образом. Надо будет подучить их, кстати, как их там величать. Так, ну что же, продвигаемся, ребята, продвигаемся помаленьку. Вот у меня уже два кота на колесах, они тут, в принципе, сейчас все и разрулят. А когда выйдет Будда, точнее, подкатит, тут вообще будет все просто зашибись. Так, если не ошибаюсь, в Гавайях сейчас должны выйти у нас кенгуру, да? Если, конечно, чего-то не путаю. Ну ладно, сейчас мы все это посмотрим. Так, тихо, 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 птички. Angry Birds, успокойтесь. Дайте мне по-быренькому. Все, мы начинаем крушить его базу. Ну, естественно, шансов у него уже никаких нет. Бам, все. Так, гориллы. Моржи тут вышли красные. Да, насколько я понимаю, здесь, ребята, должна быть какая-то энциклопедия, которая показывает, какие юниты и против кого сильные. Например, против красных есть определенные юниты, против зомбарей тоже, против пришельцев и так далее и тому подобное. Не знаю, где ее взять, как ее добыть. Думаю, я в этом разберусь в скором времени. Так, ну что, осталось от базы совсем ничего, и мы ее, естественно, разрушаем. Так, последние удары. Есть, отлично, ребят, поздравляю нас. Нам дали 29 тысяч, ну почти 30, можно и так сказать. И что у нас тут выходит? Ну-ка, покажите. Так, 165 тысяч. Кого я могу проапать? Давайте-ка глянем. Ага, давайте этих дапаем. О, отлично, мне нравится. В чем это они там тайком? Две сисюли в лифчике. Да, напоминает почему-то именно это. Так, ну и, блин, ребят, немножко мне не хватает. Я очень хочу кота кунг-фу. Очень хочу посмотреть, что он из себя представляет. Так, ну и что, можно, в принципе, этого немножечко. Чуть-чуть не хватило его до 10-го. Ну да, не беда, ребята, чё ж там. Ну а на этом, ребят, я буду заканчивать этот выпуск. Всем спасибо за просмотр, и мы увидимся в следующих сериях. До скорого, ребята, всем пока. Bouncing the hopper, nigga, you can't stop. Bounce.